С учетом изложенного, суд считает необходимым избрать в отношении подозреваемого Кусова меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного руководства статьей 108 УПК Российской Федерации суд постановил избрать подозреваемому Кусову Алексею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 21 мая 2018 года включительно. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.